Реставрация здания Национальной библиотеки пойдет на пользу хранящемуся там книжному фонду. Об этом заявил премьер-министр Дарин Ричан, комментируя передачу корпуса, расположенного на столичной улице 31 августа Бессарабской метрополии. Последняя обязалась не только отремонтировать помещение, но и заверила, что Национальная библиотека может и дальше использовать имеющиеся в ее распоряжении площади. Я бы не рассматривал эту тему через призму того, что мы должны передать здание Национальной библиотеке. Первое и самое главное – позаботиться о книжном фонде. В здании, где сегодня находится эта библиотека, небезопасно. Мы должны понимать, что бумага, особенно книг, имеющих историческое значение, начинает со временем разрушаться. И в этом случае современные технологии позволяют нам поддерживать специальные условия в хранилище. Следует отметить, что в библиотеке хранятся более 500 000 книг. Представители учреждения заявили, что найти другое помещение для них будет крайне непросто. Напомним, что законопроект, согласно которому здание одного из корпусов Национальной библиотеки должно быть возвращено в собственность Бессарабской метрополии, разработала группа депутатов от партии «Действие и солидарность». По их мнению, этим решением будет восстановлена историческая справедливость, так как до 1944 года это здание принадлежало этой епархии, играющей важную культурную и духовную роль для нашей страны. Ранее архидиакон Константин Алариу заявил, что Бессарабская метрополия, став собственником данного здания, не намерена менять его назначение и обязуется взять на себя все расходы по реставрации.